Однажды ты покинешь этот мир. И это будет день с твоим номером. Он наступит. Ты умрешь. Куда ты идешь? С чем ты там столкнешься на другой стороне? И Бог предупреждает тебя, Он предупреждает тебя потопом, Он предупреждает тебя через Адама, предупреждает через Амореев, Он предупреждает тебя Содом и Гоморрой, предупреждает тебя через двойное разрушение Иерусалима. Он сказал тем людям то же самое. «Если вы не послушаетесь голоса Моего, то Я сотру вас с земли». И они продолжали, вы можете себе представить? Пророки один за другим, десятилетие за десятилетием, другой пророк приходит и предупреждает, что смерть грядет, разрушение грядет, Бог собирается стереть вас с лица земли. Да, мы это слышали раньше, убейте этого парня, бросьте этого парня в тюрьму. И они продолжали говорить. И это пришло на них, пришли вавилоняне, и потом все повторилось снова, и даже Иисус пришел, и они убили его. А потом пришли римляне. И все эти предупреждения, Он предупреждает вас в Его Слове. Вы должны предстать пред Ним, и Он будет судить вас праведности. И вы можете представить себе тех людей, я имею в виду, то, что они слышат, то, что они видят. И как они говорят в тот день. Эй! Ной не работает больше над ковчегом. Двери закрыты. Да. И облака, они как-то странно выглядят. Как-то темно здесь. И это не был обычный дождь. И что-то начало происходить, что-то угрожающее. Я скажу вам, что случилось. Время закончилось. Все было кончено. Милосердие исчерпано. Терпение Бога подошло к концу. И когда первые капли дождя начали падать вниз, то дверь была закрыта. Помните, как об этом говорится в Евангелии? И дверь была закрыта. И те слуги, те пять дев, которые были снаружи, когда дверь затворилась, дверь затворилась. Сегодня день спасения. Сегодня. Если вы глупо смеетесь, издеваетесь, играетесь, и едите, и пьете, и веселитесь, и эта дверь захлопнется и заберет тебя. Ты глупец. Ведь ты предупрежден. Это предупреждение, которое ты должен принять с максимальным вниманием. Представьте себе, что эта дверь закрылась. Бог запечатал их. Единственное убежище. Они ушли. Если вы позволите смерти забрать вас, и вы окажетесь вне Христа, вся надежда исчезла. Все пройдет. Кто тогда будет смеяться? Я не знаю, некоторые из них, возможно, сказали, мы должны подняться высоко. Некоторые, возможно, били, царапали когтями о борт ковчега, били по ковчегу. Но все напрасно. Они были обречены. Они пересекли точку невозврата. Это слишком поздно. Нет больше места спасения. Нет больше безопасности. Слишком поздно. Бог предоставил им путь к спасению. Они смеялись. Они игнорировали и высмеивали это. Христос — это тот ковчег. Нет другого. И когда Он придет, дверь закроется.
Когда ты умрешь, дверь закроется.